В Европе стартовали продажи самого главного конкурента Apple-овского айфона последней модели – смартфона Samsung Galaxy Nexus, также известного как новый гуглофон. Одними из первых новинку получили покупатели в Великобритании. Тамошние техноблогеры уже успели прогнать аппарат через несколько тестов и выяснили, например, что частота процессора у него выше, чем у айфона, и что программисты Google хорошо поработали над оптимизацией работы интернет-браузера, поэтому Galaxy Nexus путешествует по интернету ощутимо быстрее своих соперников. Зато у iPhone 4 4S заметно лучше графический чип. А5 производительнее процессора Galaxy Nexus SGX540 в 2 с лишним раза на одном тесте и почти в 3 на другом. Тем не менее, как считают сетевые эксперты, Google успешно достиг своей цели и подготовил стабильно работающий аппарат для новой операционной системы Android Ice Cream Sandwich. Когда смартфон начнет продаваться в России, пока неизвестно. До США и Канады он доберется 8 декабря. Но кое-кто в Америке уже получил гаджет в свои руки, причем в подарок от Google. И этот кое-кто Стив Возняк, один из основателей компании Apple, еще недавно пользователь исключительно ай-техники. Великий Воз с удовольствием позировал на фото и беседовал с инженерами Google. У меня в этой связи один вопрос. Может ли кто-нибудь убедительно доказать, что этот визит ровным счетом ничего не означает?